Их работа подобна труду настоящего художника. Вот только если неудавшееся произведение на холсте можно подкорректировать, то в этом деле рука мастера дрогнуть никак не должна. Ведь рисунок выполняется на теле человека. С помощью туши и специальной машинки на руках, плечах и ногах появляются удивительные картины. Начиная от простых орнаментов до портретов в стиле хоррор. Здесь мастера. Здесь можно посмотреть и убедиться в том, что татуировка это реально является искусством, а не протоком. То есть посмотреть, что могут показать мастера. Но мастера могут показать свое превосходство, свое качество, качество работы. Свои работы здесь демонстрирует и основоположник русской татуировки. Мастер из Омска впервые набил былинных героев с узорами хохломы на плече клиента около 10 лет назад и продемонстрировал работу на втором московском фестивале. Идею такой росписи сразу подхватили мастера со всей России. В основном, конечно, ребят подхватили наши сибирские, это с Новосибирска, да, и потом уже Москва пошла, и уже другие регионы нашей необъятной страны. Вот. И спасибо ребятам, то, что они начали это делать и продвигать нашу именно стихию. Все участники фестиваля не просто делают татуировки желающим, но и принимают участие в конкурсе. Сергей Еремин приехал из Новороссийска не только себя показать, но и сделать очередное тату, чтобы поучаствовать в номинациях «Лучшая татуировка дня» и «Лучшее черно-белое тату». Их все ему сделал его учитель, который и здесь работает 5 часов, чтобы создать очередной шедевр. Почему набиваю, допустим, конкретно эту татуировку? Она очень композиционно подошла на мое тело, на плечо. Она динамично легла, она контрастная, она интересная, она объемная, она детальная. Главное – результат. То есть мы хотим получить качественную работу, красивую работу. Мы хотим ее показать людям. То есть как бы для этого стоит посидеть, потерпеть. Профессиональные конкурсы на базе пансионата «Бургас» будут проходить 3 дня. Победители назовут в 16 номинациях. Ну а зрители могут посмотреть на необычные образцы этого творчества или выбрать эскиз для себя. Здесь также можно исправить или полностью вывести разонравившуюся татуировку. Галина Моисеева, Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.